устроено. Специальный репортаж с Егоркой Тараторкиным. Привет! В эфире Егорка Тараторкин, ваш специальный корреспондент. Недавно я получил новое задание – узнать, что интересного выпускают в Москве. Москва – столица России, самый большой город в нашей стране. Чего тут только не делают! Игрушки, конфеты, космические аппараты и даже мое любимое шоколадное мороженое. Сегодня мы узнаем, как мусор превращается во всякие полезные вещи. Какие? Пока даже не представляю. Разве из мусора что-то хорошее может получиться? Еще как может. Привет, Робби! Робби мой друг. Он робот, а еще экскурсовод. Робби все-все знает о том, что в Москве делают, и мне показывает и рассказывает. Привет, Егорка. Привет, ребята. Сегодня мы пришли в необычное место, где из ненужной упаковки получаются ручки. Егорка, у тебя в рюкзаке как раз такая лежит. Моя ручка сделана из мусора? Не может быть. Я докажу. Любишь молоко? Если честно, не очень. А вот блинчики. Папа, когда их делает, молоко добавляет. Очень даже люблю. Вот и хорошо. Давай посчитаем. Каждый день ваша семья покупает пачку молока для блинчиков. И для кофе маме. И для кофе маме. В неделю получается 7 пачек. В месяц 30. В год? Много-много, я понял. Теперь представь, сколько коробочек. Они, кстати, тетрапак называются. После этого молока остается. Целая гора. А если взять весь ваш дом или наш город, и все эти упаковки выкидывают на свалку? Да, как-то это нехорошо. Поэтому у нас в Москве тетрапаки не выбрасывают, а перерабатывают. Посмотрим как. Конечно. Ой, Робби, а что это за такая огромная кастрюля? Здесь на заводе ее называют чан. В чане с водой тетрапак размокает, после чего бумага, он почти из нее одной сделан, отделяется от других слоев – полиэтилена и фольги. Фольга нужна, чтобы молоко не кисло, а полиэтилен, чтобы… Чтобы пачка не протекла! Точно! Так вот, из бумаги потом делают коробки. А ручки? Ручки получаются из полиэтилена и алюминия. Их моют, сушат, измельчают. И пропускают через экструдер. Что? Экструдер – машину, которая из порошка делает гранулы, маленькие кусочки. О, какая она громкая! А ручки-то когда будут? Скоро. Гранулы высыпают в другую машину – термопласт-автомат. Мы как раз к ней пришли. Большая! Внутри машины очень горячо. Гранулы плавятся, становятся жидкими, как лава вулкана. После этого их можно заливать в пресс-форму. Помнишь, как на заводе светильников было? Да, там формочки, как у малышей в песочнице. Только там формочку металл заливают. Тут то же самое. Только вместо жидкого металла – жидкий пластик. Разные формы для разных вещей. Это все из пакетов делают? Ручки, блокнотики, чехлы для телефонов и зажимы для пакетов? Робби, а сколько тетрапаков надо, чтобы ручку сделать? Из одного пакета получается одна ручка. Это же сколько мы, оказывается, ручек раньше выкидывали. Я маме с папой скажу. Теперь всю-всю упаковку из-под молока будем сдавать. Мне не нравится мусор. А вот ручки очень даже нравятся. В дело идут не только тетрапаки. Старые зубные щетки, одноразовые стаканчики, пластиковые яйца от детских игрушек. Как же здорово, когда из мусора столько новых вещей получается! Я когда вырасту, тоже хочу мусор в полезные вещи превращать! Ты же хотел роботов делать! Ну да! Я, может, такого робота придумаю, который будет мусор у квартиры забирать и сразу из него конструктор делать! Мне нравится эта идея! Вот и все на сегодня! До встречи, ребята! Не пропустите мой следующий репортаж! В нем будет много интересного! С вами был Егорка Тараторкин. Это я и мой друг Робби. Всем пока-пока! До свидания, Егорка. До свидания, ребята. Как это устроено? Специальный репортаж с Егоркой Тараторкиным.